Крылья Советов сыграли в ничью со столичным «Динамо». Игра в рамках 10-го тура прошла на Самарском поле. За ходом матча в числе болельщиков наблюдал губернатор Николай Иванович Меркушкин. Впрочем, на этот раз резкого атакующего футбола не получилось. В том числе повлияла на это и аномально жаркая погода. В первом тайме обе команды обменялись опасными ударами по воротам друг друга. Крылья вели атаку уверенно. Горбатенко после паса Мало отправил мяч в ворота динамовцев, но его не засчитали. Несколько ударов Габулова также к голу не привели. Во второй части игры самарцы вновь попытались пробить. На 81-й минуте под перекладину головой пробил Бурлак, но вратарь гостей буквально вытащил опаснейший мяч из ворот. А через пару минут Мало сбил Жиркова и получил вторую желтую карточку. Матч самарцы доигрывали в десятером. По итогам встречи счет на табло так и остался неоткрытым, а «Крылья Советов» переместились на 7-е место в турнирной таблице. Следующую игру они проведут в гостях против екатеринбургского «Урала» 2 октября.